выучил замечательная, звонкая саратовская гармоника с колокольчиками, да? Да. Вот, это музейный экспонат этой гармошки более 100 лет, поэтому мы больше ее терзать не будем, поставим ее на лавочку. Ну и таким образом начали наши мастера уже совершенствовать гармошечку. Решили они ее украсить, да? Вот видите уже какая красивая, зелененькая, да? И каждая гармошечка звучит по-своему. В этом особенность саратовской гармоники. Вот я сейчас сыграю ту же самую мелодию. Повеселее немножко, правда?